улучшить транспортную доступность и обезопасить детей на пути в школы. В Сургуте этим летом установят 4 новых остановки. 2 на Югорском тракте вблизи Леруа Мерлен и в микрорайоне Пойма-5, рядом с 11-м домом на Крылова и напротив расчетно-информационного центра на улице Энергостроителей. Однако это закроет не всю имеющуюся потребность. Мэрия намерена обратиться к Думе с просьбой согласовать выделение дополнительных денег на приобретение и монтаж еще нескольких комплексов, в том числе в садовом кооперативе «Дорожный» и поселке «Снежный». Кроме того, установка 6 павильонов также входит в контракты по ремонту дорог. После обновления полотна подрядчик также обязан смонтировать остановки. Новые комплексы появятся до 1 сентября этого года. Это позволит расширить маршруты школьных автобусов. 2 из них уже расположены на улице Шедловского, 2 на улице Толстого, 1 по улице Автомобилистов и 1 по улице Западной. А также на эти мероприятия, мы озвучены уже в бюджете города, выделены средства, работы будут выполнены в летний период текущего года. Также подготовлен пакет документов на ближайшую бюджетную комиссию на дополнительную потребность по обустройству автомобильных комплексов для подвоза детей школьного возраста.